Студенты-филологи педагогического университета присутствовали на необычной паре. Они смотрели фильм «Женщины Алтая». Эта документальная картина участвовала в фестивале «Соль земли». Фильм о женщинах, чьи судьбы связаны с сильнейшими природными местами Алтая. О том, как выражена любовь к своему краю и о силе слова, студенты могли порассуждать с доктором филологических наук Михаилом Перепелкиным. Сегодняшним молодым людям, студенты, которые сегодня этот фильм будут смотреть, вот это чувство любви, умение рассказать об этом, умение, ну, как-то вот сосредоточиться на этом, как на чем-то главном, это, может быть, самое необходимое сегодня. Этот кинопоказ прошел в рамках проекта «Устремленные в будущее. Диалог поколений». Его организовали Клуб почетных граждан Самарской области и Поволжский историко-культурный фонд. Задача проекта – проведение диалога с молодыми людьми на важные темы, такие как любовь к родине, уважение к отечественной культуре и истории. Также проект дает возможность молодежи узнать истории жизни почетных граждан региона и вдохновиться ими для своих свершений. Передача именно жизненного опыта от старшему к поколению к младшему поколению – это очень важная составляющая воспитания, как мы считаем, потому что такие люди, аксакалы, да, люди, которые достигли определенного уровня в своей профессии, они просто должны и обязаны делиться с молодым поколением, чтобы они могли на них равняться и черпать какие-то идеи и энергию. В Самаре уже состоялось около 20 подобных встреч. Среди участников были не только студенты, но и школьники. Этот проект продолжит свою работу, поскольку у организаторов накопилось большое количество фильмов, роликов и биографических материалов, которыми нужно поделиться с молодыми людьми. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.